Давай, давай, первые секунды. Первые секунды самые важные. Привет. Ты еще не успел настроиться? Не. Привет. Здорово. Куда идем? Так, да, нам поднимем. Сейчас Женя заедет тогда. Ага, пусть заедет. Доставай. Куда она поехала? Она поехала заезжать с той стороны. Ты доставай все, что нужно. Она подойдет, она тоже принесет. Все, что нужно. Поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста, интервью, если можно. Я очень счастливая. Как рожалась? Хорошо все. Но я бы не стал этого повторять. Вот лично мне это кажется очень тяжелый процесс. Ну что делать, женщинам надо. Привет. Нина, ну хлебик купите, да? Хлебик не купите. Нет, мама, арму купите, аршу или ба, Александра. Арму купите.
Добро пожаловать домой! Заходи. Ты не замирай, не замирай. Самые интересные фотографии получаются, когда движение делаешь. Самые веселые точно так. Маленькое интервью для истории. Как ты ощущаешь себя в очередной раз, став отцом? Почувствовал ли ты груз ответственности дополнительно? Ответственность, конечно. Так, что еще чувствуешь? Чувствую радость, счастливый отец. Чувствуешь ли желание больше работать? Конечно. Отлично. Войне. Еще больше? Да. Как еще больше? Еще больше. Конечно же, минутка интервью счастливой бабушки и прабабушки, да? Да, бабушка и большая бабушка. Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Я счастливая бабушка. Самая-самая счастливая. Самая я счастливая. О, да. Замечательно. Большое интервью со счастливым дядей. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями для истории. Второй родился. Надеюсь, на меня будет похоже. Ни хулигана не будет. Как первый хулиган. Подождем. Взрывай. Только это в окна не целься. В окна не целься, говорю. Сейчас перепугаешь соседей. Что делаешь? Закрывается. Зубами. Тоже нет? Не надо вот так делать. Это не Формула-1. Это почти. Наливай. Да что ты за спиной так напугал? Я тут ничего не делал. Сам бы открыть не мог, а у тебя само лопнуло. Дай ей немножко отдохнуть, да, как бы, чтобы еще рожала, еще рожала, куда еще-то. Надо передышку делать иногда. Год рождения и 50 сантиметров на 10. А вес? 32.